Sveiki visi, vėl laida Rusų kalba. Deja, aš jos nesugebu subtitruoti, ne todėl, kad tingėčiau, dėl to, kad viskas labai greit keičiasi ir tiesiog pasentų. Aš manau, mes kalbėsime mažiau valandos. Leiskit pristatyti jums labai gerai pažįstamą Joną Oman. Labas, Jonai. Labas. Ir jums dar nežinoma, Oleg Abramovičev. Здравствуйте. Добрый день. Iš Ukrainos į... Это волонтер, народный герой Украины. Так сразу вопрос, за что герой? Ну, там комплекс мероприятий. Было за, да, за многие годы именно волонтерской деятельности. Угу. Ну, как бы потому что у меня моя работа позволяет мне много времени уделять именно волонтерству. Угу. И это еще до полномасштабного вторжения, да? Было, да. Поэтому я все 10 лет помогаю армии, цивильному населению, mm-hmm. как бы за это. Да-да. Вот такая награда. И сразу очень острый вопрос, но все же нужно знать правду. Как это еще не выдыхается? Есть еще у людей средств и мотивации помогать? Ну, если мы говорим конкретно про Украину, то, естественно, мотивация большая, люди не выдыхаются, потому что у нас нет выбора. Mm-hmm. Если мы выдохнемся, то для нас это смерть. Мы не можем отказаться от этого, и, соответственно, мы идем дальше, 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 как в волонтерской деятельности, так и в военной истории. Много разработок, много всего, да. И нет у нас выбора, к сожалению. Поэтому самое главное, чтобы не выдыхались наши партнеры, такие как Литва, как западные страны, да-да. Чтобы тогда нам будет легче. Йонас, ты привел этого человека, я хотел бы, чтобы ты тоже задавал вопросы и был бы... Понятно. Я думаю, что сначала, может быть, у тебя есть позывной интересный, и почему? Да, у меня позывной пиротехник. Пиротехник? Да. Ну, так случилось, что я действительно пиротехник по профессии. Я до 14 года делал салюты, фейерверки, шоу. Очень классное шоу, мы развивались... Честно скажу, даже доходили уже до такого уровня международного. Mm-hmm. То есть там серьезные синхромузыкальные, это очень дорогие шоу, когда под музыку ты стреляешь фейерверк, разные эффекты. Mm-hmm. Вот. Но так как в 2014 году надо было выходить уже в соцсети, для того, чтобы волонтерство помогало. Но я сам из Харькова. У нас было очень много проблем, много следили за активистами, за патриотами, и было... Следили кто? Плохие силы Порошенко? Россия. Россия, Россия следила, потому что как бы мы были враги. Угу. В городе постоянно находились люди. Вот первый митинг был 1 марта 2014 года, когда было очень там тысячи людей, вышли якобы харьковчан. Угу. Но это были россияне. Их да-да-да. Привозили автобусами под границу, они переходили. Это было побоище. Было сумасшедшее побоище, потому что в здании областной администрации сидели... Это большая-большая площадь, самая большая, да-да-да. Наверное, в мире. Да. В одной здании. Она вторая по... в мире, первая в Европе. Okay. Вот, и много людей, патриотов, заняло областную администрацию, чтобы тогда убрать власть преступную Януковича. А этих россиян, да. Россиян свезли для того, чтобы они как бы создали картинку, что вот харьковчане хотят народную республику. Угу. Силы были неравны, они взяли штурмом администрацию, было большое побоище, били людей. Вот. Но, слава богу, все выжили, никто не погиб тогда, но убили. Угу. Вот. И поэтому было довольно... небезопасно жить в городе, будучи патриотом. И поэтому в соцсетях я так и назвал свою страницу «Олег Пиротехник». Okay. И как бы теперь все меня знают как Олег Пиротехник. Okay. Мало кто вот иногда в каких-то кругах, когда я знакомлюсь, я говорю «Олег Абрамовичев», там как-то никто не понимает. А когда я говорю «Пиротехник», а, да, вот знаем, слышали. Окей, прежде чем мы перейдем к всяким мелочам тактического и стратегического толка, Йонас и Олег, Ситреп, что там сейчас на данный момент, на 3 сентября? Покровск, как там дела?
Ну, мы, конечно, работаем постоянно. Я и сегодня, и вчера, и так далее, и так далее. Мы там есть некоторые подразделения, которые стоят, которые, например, 25-я бригада. Mm-hmm. Мы с ним постоянно работаем. Еще там другие городах, там на складе, которые сейчас там, через пару дней у нас приехали. Mm-hmm. И, значит, работаем. Там мы знаем... Более-менее, конечно, это, конечно, очень сейчас интенсивно все, что происходит, точно ты должен быть на месте. Да. Но понятие есть. И понятно, мы стараемся им что-то дать, ну, помощь какая-то нужна, мы знаем, там, ну, конечно, по дронам, там, например, разным, и FPV, который сейчас, я привозил наши акции сейчас недавно в Литве, которые мы собрали деньги на FPV-дроны. Угу. И другие, и я сказал бы, что там, конечно, ситуация Red Army Go Home. Да, mm-hmm. да, такая. Это вина слабую на литовском обозначает, да, да. На благо Родины. Да, да. Ага. И ну, конечно, это сейчас динамика, в общем говоря, очень-очень большая на войне. Есть курс, конечно, там это наступление, да. которое сейчас, ну, для всех, условно, неожиданное и успешное, условно говоря. Да. И, к сожалению, надо сказать, что на данный момент Украина потеряет территорию там в Донбассе. Mm-hmm. И ну что, это честно, в последних днях я сказал бы, что мы чувствуем, что это очень сейчас, ну, интенсивные там действия. Создается впечатление, прости, что я прервал, да. что дай бог, чтобы так и было, и дай бог, чтобы были такие мысли у генерального штаба и были бы резервы, но русские там вклиниваются в то, что на мапе выглядит как мешок. Но они же не идиоты, они же понимают. Вопрос, сколько вы можете распространиться и сколько вы знаете? Имеет ли Украина какой-нибудь хитрый план взять в клещи? Это напрашивается просто по... Да, понятно, понятно, понятно. Ну, конечно, есть и тактики, и стратегии. Я сказал бы, что на данный момент больше надо ориентироваться на стратегию. Там есть, скажем, более там, шаги такие... более там, ну, великие, там, ну, там, ну, скажем, хитрые, можно сказать. Не надо смотреть только на Донбасс на данный момент. Ну, там, конечно, на месте возникает вопрос, что происходит. Я как раз общался с многими людьми, как, да. ну, что будет, но как это все получается, ну, там, окружение, не окружение. И это, ну, как не военный, как это не совсем легко понимать иногда, честно говоря. По резервам, да, есть проблемы, это безусловно. Так это там надо понимать, что на данный момент бросит все, что есть. Россияне тоже. Например, очень интересный момент, когда сейчас берут пленных там было. И спрашивают, сколько у тебя подготовка. Просто, значит, это около Покровска. Никакой подготовки. Условно. Вообще. Но там пару дней. Да. Просто там собрали, там не знаю, что там делали, потом на фронт. Это мясо. И очевидно, что у России тоже есть проблемы по персоналу, но там они решают это по-другому. Угу. Даже, скажем так. Угу. Олег? Ну, хочу добавить, что конкретно по Покровской ситуации там они действительно бросают все свои силы, которые у них есть максимально. Мы надеялись, что ситуация с Курском как-то оттянет войска. Оттуда они войска не оттянули, они оттянули их с юга. Вот. И у них там тактика просто идти вперед. Угу. И причем они идут не по флангам, они идут в лобовую. Вот они сейчас заходят в Селидово, просто в лобовую, они там проходят все села, все просто вот лобовую атаку. К сожалению, у нас есть в этом проблема, потому что на том участке стоят бригады, которые уже долгое время находятся в боях. Без ротации, да? Без ротации. Ну, как бы тут не в ротациях дело, знаете, как бы к каждой бригаде еще приезжают приданные батальоны, mm-hmm. как бы, которые, ну, дают другие бригады. Mm-hmm. Но они уже долгое время просто, они уже... сами, как бы, знаете, устали. То есть, ну, плюс погибшие, плюс раненые, плюс сама по себе усталость.
и их начинают менять. Вот, и вот во время замены этих бригад, к сожалению, как раз враг идет вперед. То есть там есть, ну, есть тактические ошибки. То есть у врага ошибки, хорошая разведка, так нужно делать вывод такой. Естественно, что хорошая. Ну, и у нас хорошая разведка, и у них хорошая разведка. Да. Сейчас такое, знаете, время войны, она не только на поле боя, а в информационном поле, плюс технологии очень сильно развиваются. Угу. То есть все меняется, ну, то есть война меняется каждый день. Да, да, да. Вот. Ну, к сожалению, на Покровском направлении они действительно заваливают массой. И очень сложно их остановить. На данном этапе вроде как в районе Селидова их остановили. Там идут бои. То есть они не зашли так просто, как заходили до этого. Там, рядом есть город Новогродовка, который они прошли за 3 дня. Угу. Там абсолютно не было никакого сопротивления. Но тут есть понимание для того, чтобы город оставить в том виде, какой он есть. Угу. Потому что мы видим, что как только враг не может его пройти боем, они начинают его просто уничтожать. Да. И тогда они уже заходят на руины, за которые, ну, воевать нет смысла. Бахмут, а тот, Бахмут, Авдеевка. Да, да, да. Та же Волноваха, Попасная. То есть, ну, смотря видя всю картину, то есть и по таймлайну, Покровск это же гораздо больше, втрое больше Авдеевки. Его оборонять вроде бы легче. Но они все равно прут. Может ли быть такое, что ихняя командовая просто в деспирации и хочет ответить на что-то, что им пихают с Кремля, чтобы быстрее, быстрее, быстрее? Я думаю, что у них просто есть одна команда сверху. Mm-hmm. Идти и идти. У них нету каких-то там прям... У них одна стратегия. Выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской области. Вот, и с Херсонской также. Вот, поэтому они туда кидают все свои силы, все свои задачи, и они не останавливаются. То есть они не хотят, и самая большая проблема в том, что пока что у них это получается. Mm-hmm. Насколько у них хватит резерва, ну, будем смотреть. Они не могут остановиться, потому что как только они остановятся, начнутся вопросы у них внутри. Да. А для чего тогда все это было? Для чего эта война была? Ну, как у них это СВО? Вот, якобы. То есть тогда начнутся вопросы, зачем тогда все это было? Поэтому им надо идти вперед. У них такая политика. То есть вот в первую очередь это идти вперед и доказывать, что они сильные, что они что-то могут. Mm-hmm. Какой ценой, естественно, никому об этом не говорят. Они у себя не знают, хотя я думаю, что у них кладбища растут. Они должны уже, по идее, задавать себе вопросы. Да. Но учитывая то, что 25 лет у них пропаганда, mm-hmm. одна и та же, что единственный враг для них это Украина. И все проблемы, которые у них есть в стране, только из-за Украины. У них пропаганда не 25 лет. У них пропаганда со времен Ивана Калиты. Ну, путинская пропаганда. Ну, да, я с вами согласен. Да. Ну, конкретно под эту войну была пропаганда, начиная... Цель номер один – это Украина. Да. Давайте поговорим о длинной руке. Я обозначу, что имею в виду, и мы подискутируем по этому вопросу. США, точнее, наверное, Салливан и Джо Байден, вся администрация, не дают права ударять далеко по аэродромам тех же Ту-95 и так далее. Но вместе с этим, парадоксально, воюющая страна разрабатывает свои дроны, которые тоже длинная рука, и этот новый реактивный дрон на П-букву, я забыл его. Поленица. Да. Может быть, под капотом, под ковром мы не видим, как американские друзья помогают компенсировать свой запрет с прогрессом украинской инженерной мысли и военной. Такое может быть? Я думаю, что нет, потому что у нас изначально были институты еще с времен Советского Союза, заводы целые, КБ, которые создавали и дроны, и ракеты. Mm-hmm. Ну, тогда еще дронов не было, естественно, но mm-hmm. что-то похожее уже было. И то, что летит. То, что сейчас просто это управляется уже цифровизация, то это по-другому. Я сомневаюсь, что, возможно, какие-то комплектующие мы и берем в Америке. Или секреты, маленькие или большие. Я думаю, что, знаете, как тут не в секретах дело. У нас в Украине, я вам скажу,
Очень сильно развито программирование. У нас очень IT-технологии. Мы были до полномасштабного одна там из первых стран в мире по количеству того материала, который мы делали в IT. Ну, тут вопрос не потому, что мы там прям такие умные, а потому что большое количество людей, ну, страна большая, а технология довольно прогрессивная. То есть, как бы, скажем так, много чего потеряли за время правления, скажем, того же Януковича, было уничтожено и производство, и все. Поэтому молодые люди шли в эти технологии. И они сейчас просто превратились вот в эти все производства. Сейчас у нас очень классный министр стратегического производства, который, он классный менеджер, он умеет это все собирать в кучу, и поэтому все это делается и летит. Вот последняя пресс-конференция президента была, что у нас уже есть даже своя баллистическая ракета. Угу. Поэтому я, в принципе, думаю, что не так скоро нам не надо будет ни у кого спрашивать разрешений. Мы это и будем делать. А возвращаясь к разрешению, я вам скажу такую штуку, что до какого-то момента, до июня, наверное, месяца, когда американцы сказали, что можно уже все-таки ракеты использовать, ну, на ближней дистанции, то до этого мы смеялись, что само НАТО защищает Россию от нас, потому что не было этого. То есть установки, ну, я сам из Харькова, то есть у нас установки С-300 били и бьют по Харькову, ракета летит до одной минуты. Вот те установки, которые их запускали, они стояли там, никуда не уезжая. То есть обычно, как, ну, знаете, как военные. То есть приехали, отстреляли и куда-то спрятались. Эти не прятались, потому что они понимали, что у нас нет возможности по ним ударить. Mm-hmm. Как только Америка сказала «да», даже еще не успела сказать «да», мы уничтожили сразу комплекс С-300, комплекс С-400, и месяц город жил спокойно, ну, условно, без ракет. Иногда прилетают авиабомбы, управляемые... Кабы, ну, да? Да, кабы, но это другое. Да. Поэтому технологии очень серьезные. Я думаю, что, ну, наверное, Америка, может, какие-то консультации дает, но в целом у нас свое очень сейчас серьезное инженерное производство, за которое, я думаю, еще мы после нашей победы мы будем, наверное, лидеры во всех этих технологиях. Да. Потому что, дай Боже, к сожалению, мы не только это создаем, а еще и используем это как живой полигон, который вот... Угу. дает нам возможность работать над ошибками. Такой интересный момент, когда я сейчас общаюсь, там много с военными разными, там вот такой, ну, типаж, скажем так, 30 с чем-то, но молодой, условно говоря, человек, сейчас уже военный, ну, с образованием, но что ты делал, ну, до этого? Я инженер, там что-то такое, там IT. И много людей сейчас, которые сейчас, ну, есть это как, ну, именно так, высшее образование, ну, они тоже воюют, реально, там, с дронами, там, по другим вопросам. Например, есть люди, которые работают, но против российских дронов, но с дронами. А это люди такие, ну, скажем так, если они в нормальных условиях, они нашли себя, ну, по-другому, там, ну, точно умные люди. А сейчас они воюют. Угу. Это очень-очень интересно. Мне очень нравится с ними общаться. Так, ну, нормальные, толковые, там, это такое поколение, там, 30+, угу. там, что. И, конечно, я согласен, что есть без как ни странно, но есть действительно менеджеры, там, даже которые умеют это делать. Есть другие проблемы по другим направлениям, и там, про войну тогда говоря, но это уже в этом месте уже Украина, как и раньше, как в Советском Союзе, очень сильная страна. Угу. Давайте немного вернемся к Курску. Заняты рубежи по реке Сейм. Знаешь, что такое Сейм на литовском? Да, конечно. Хорошо. Очень красивое название для реки. Это польское слово, кстати, да. И возможно ли, что там оборонять эти рубежи будут потянуты молодые, не такие закаленные борьбой силы, что было бы достаточно, и те бригады вернутся брать что-нибудь в клещи? Ну, я вам так скажу, что в штурме и участвовали молодые. Угу. То есть во всем этом штурме участвовали те люди, которых мобилизовали весной.
Их подготовили за лето. Mm-hmm. То есть это не какие-то там прям спецназ, который там прошел все 10 лет войны. Да. Нет, это люди, которых научили вот за 2-3 месяца, их подготовили, их обучили, и они спокойно пошли себе в Курск. Ну, во-первых, там не было такой линии обороны, да, которую надо было там прорвать. Но, тем не менее, бои были, стычки были. Сейчас заняли оборону, и я думаю, что ее вряд ли россияне смогут прорвать, потому что мы уже подготовили это все, мы уже знаем, как это делать. И даже, скажем, их президент сказал им, что освободить до 1 октября. То есть представьте себе, как они говорили, что вторая армия мира, что мы до Киева за 3 дня, да, а теперь свою область они должны освобождать 2 месяца. То есть, насколько какая-то сильная армия, которая 2 месяца будет освобождать свою землю. Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, что это их фантазии. В реальности, я думаю, что мы до... Вы знаете, вообще, Курская операция для меня это больше политический момент, mm-hmm. чем сам именно как военная операция. То есть, это для того, чтобы вот пока мы не перекинули войну на их территорию, то это войной нельзя было называть. Ну, то есть мы понимаем, что большие боевые действия, да-да, куча погибших, то есть вторжение, да. Но мы сидели на месте и отбивались, знаете, как... А сейчас мы уже проявили политическую волю. Мы зашли к ним, показывая, что в эту игру можно играть вдвоем. То есть если вы к нам, мы пойдем, да-да-да, к вам. И, соответственно, весь мир должен был увидеть, что мы не будем терпеть до, ну, до последнего. То есть все эти там можно стрелять, нельзя, да, стрелять. Да. Ну, у нас уже нет выхода. Мы либо потеряем нашу государственность, да, либо мы пойдем вперед. Поэтому это большой политический момент для того, чтобы просто весь мир увидел, что это война. И война, и мы будем действовать так, как мы хотим. То есть мы не пришли эту землю завоевывать, мы ее не называем, мы ее не аннексируем, как это делают они. То есть они все земли, которые они заходят, и даже не заходят, они аннексируют сразу у себя, что это их земля. Так называемому праву, да. Да, то есть у нас этого нет, мы пришли для того, чтобы сделать так называемую санитарную зону. Да, да, да. Ладно, давайте сейчас спустимся на тактический уровень, на его величество дрон. И, Олег, подними, что это антидронная вещь. Нет, да, это, да, 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 это, да, антидронная, да, вещь, она на уровне пехотинца. То есть это, да, наверное, это на бэк-так, да? Чтобы вот, человек, который находится на передовой, находится там либо на спостережном пункте, угу, либо в окопе просто, либо передвигается. То есть это его защищает, опять же, от вот этого. Да. Это очень важная вещь, которая должна быть, потому что сейчас война технологий, и наперед, знаете, как с появлением FPV-дрона, угу, профессия снайпера умерла. То есть это, да, вот настолько... Да. Точно. Хотя вы понимаете, что такое снайпер. Да, а я хотел идти в снайперскую школу. Но... Вот. Я пойду в дрон. Это уже поздно. Что такое снайпер? Марксмен? Можно. Так, okay. Вы же понимаете, да, сколько это надо усилий приложить, чтобы выучиться. И тут, да, ты, да, учишься, да, 5 лет на снайпера, а потом появляется вот такая штука. На самом деле это дрон, можно сказать, игровой. Это и есть тот самый FPV. Да, FPV. Да, 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 да. Это дрон как игрушка. Это, на самом деле, это не просто профессионально. Насколько далеко зашла электрический двигатель, что он понимает, вот эта безделушка понимает больше килограмма. Это уникально. Еще, да, да, далеко-далеко несет его. Да. Это, да, уникально. И она может заменять как и артиллерийский снаряд. Угу. Опять же, все зависит от подготовки, от, да, вложений, потому что... Ну, сам дрон, ну, как бы, да, это вот, ну, вот он вроде как дрон. Но к нему еще должна быть станция, которая ретрансляция, чтобы он дальше летел. Опять же, подготовленный пилот, потому что... Ретранслятор может быть другой дрон сзади, да? Да, да, да. Может быть. Ну, и то, что вот Йонас говорил, очень важно, что этим дроном можно не только атаковать противника на земле, его можно атаковать в воздухе, его воздушные. То есть, условно говоря, уже есть у нас примеры, как сбивается вертолет, да, российская зала, угу, даже вертолет. Угу. То есть, ну, это очень
уникально, это очень классно. И нам их нужно, вот таких штук нам надо миллионы для того, чтобы мы могли правильно воевать и удерживать оборону. Я слушал сегодня Светана, и он человек прямолинейный, в хорошем смысле. И он очень горько отзывался, очень критиковал миллион дронов. Где этот миллион, говорит он? Их еще нет никакого миллиона. И он сетовал на то, что до сих пор экономика не в военном режиме, а если бы она была в военном режиме, Сатан сказал, что было бы уже не 1 миллион и больше. Прав ли он? Не совсем. Ну, как сказать? Я думаю, что, знаете, как, ну, программа «Миллион дронов» — это довольно сложно. Здесь проблема не... Можно сделать и 3 миллиона. Вопрос, опять же, то, что я говорил, все меняется каждый день. Меняется частота. Меняется сама по себе война. Меняются наступательные действия противника. Меняются наступательные действия наши. Опять же... Я извиняюсь, это все из-за дрона? Самый большой фактор, да? Нет, не только из-за дрона. В принципе, только, технологии. Да. Технологии. Ну, это, конечно, часть. Я вам скажу, что даже наступательная операция на Курск была очень сильно... ставили на дроны, потому что в первую очередь летели дроны-разведчики, дроны FPV, потом уже работала артиллерия, потом уже заходила пехота. Потому что, ну, условно говоря, вот это стоит 500 евро. Да. Ну, пускай там все остальные комплектующие там к ней плюс научить людей, да, но 500 евро сама стоит расходная часть. Это, ну, несоизмеримо с жизнью человека. Ну, конечно. Вот. И поэтому вопрос качества, вопрос контроля, вопрос, чтобы... Ну, знаете как, государство готово сделать миллион, они ищут кто. Приходит человек и говорит, я готов. Но мы же все понимаем, что должно быть и качество, и проверено. Вот они сделали один, отправляют, ну, там не один, партию, да, сделали, отправили войска. Войско говорит, ну, не так. Нам надо вот так. То есть это так. Опять надо менять, понимаете? То есть это не так просто это все сделать. Но, естественно, что государство делает, и не то государство, частное. То есть и я думаю, что миллион, в принципе, уже, наверное, сделан и даже запущен. Okay. Потому что расход очень большой. Но этого мало. То есть все равно, потому что... У нас 30% оккупировано страны. То есть это большая линия фронта. То есть каждый день на маленьком участке их вылетает от 10 до 100 штук, чтобы воевать. Поэтому, когда ты слышишь цифру миллион, вроде как много. А если разбить это на какие-то части, то не так уж это и много. Экономика на военные рейки поставить, да, это с одной стороны правильно, а с другой стороны... Может, еще рано? У нас и так экономика сейчас очень в плохом состоянии, и потому что у нас очень много производств уничтожено, у нас большие проблемы с энергетикой, но у нас большое количество людей, население страны, которое тоже надо как-то и кормить, и... Я где-то согласен с тем, что надо на военные, но она у нас, в принципе, на военные и поставлена. Просто нет какой-то прям вот все. Да, вот у врага, конечно, все немножко в этом плане более, но у них и ресурса больше. У них, к сожалению, был ресурс, остается и пополняется. Олег, расскажи простому обывателю, который достаточно информирован о том, что самое главное – это дрон, и против дрона – это радиоэлектронная борьба. Как выглядят это кошки-мышки? Вы взяли, скажем так, новую частоту, русские ее усвоили, поняли, что новая частота. Это самое главное поле борьбы дрон против дрона или есть что-нибудь еще? И еще я слышал, что вроде бы германская инженерная мысль додумалась до очень тонкого, очень длинного оптического волокна для дронов. Об этом есть. Да, тоже. Да, это не только Германия, это и Америка это делает. И это действительно классная технология. Пока что она у нас тестируется, уже используется, но пока еще не в масштабе.
конкретно говорить про частоты и про вот эти вот кошки-мышки, да, мне на самом деле сложно. Я не технический человек, я больше, как знаете, как менеджер. То есть мне моя задача найти, кто делает качество, свести его с военными, договориться, ну, чтобы просто быстро. Да. На самом деле, знаете, как вот мы говорим о том, что... Вот опять же, возвращаясь к государству и военному, все делается. Мы долго, потому что государство – это большая, тяжелая машина. Она все должна вот делать системно, и поэтому это все долго. Для чего как раз вот мы и существуем, как волонтеры. Да. У нас все быстро. То есть у нас есть задача сейчас, вот там с Покровска звонят, там срочно надо 100 FPV. Я звоню там, Йонас, надо 100 FPV. Он говорит, у меня нету, у меня есть 20. Ну, сейчас. Он звонит своим каким-то там донаторам или делает заявление там в ваших там соцсетях, либо в СМИ. И говорит, там, срочно, вот надо. Люди все слышат, там, по 10 евро, там, ну, кто 10, кто 100, кто 1000, неважно. Нету ни маленьких, ни больших донатов, они все важны. Да. То есть вот, все, у него есть, он мне говорит, все, я собрал еще там, я собрал 70, у тебя 20, у меня... И это такое вот, волонтеры для этого и нужны, для оперативности. И как раз вот в этом и суть, что вот эти 500 евро мы гораздо быстрее можем собрать и потратить, и закупить, чем государство, пока каждая бумажка подпишется, все. То есть вот это вот, в этом есть большая сложность. Йонас, ты в этом контексте больше похож на технаря, ты же. Там... Ну, не сказал бы, может быть, я понятие какое-то есть, но я и тоже... Еще, там, еще да. Одиночки, которые сами автономно видят просто оптический навод, это же тоже компьютерок внутри. Они набирают обороты? Ну, конечно, конечно. Не, скажем так, сейчас это именно сфера развивается очень быстро, там неделями просто. Я иногда, как я в Украине, когда уеду, потом, ну, возвращаюсь через, скажем, условно, как 3 недели, что такое, уже новый, все по-другому немножко. И я сказал бы, что есть такой интересный момент, что это война, что это. И я один человек, на войне уже сказал, это... И это микс между Первой мировой войной и Третьей мировой войной. Там есть и танки, и траншеи, и окопы, и конечно, вот это брутально и страшно. С другой стороны, есть, ну, это новые технологии, там дроны, электроника, так далее, которые сейчас даже, например, очень-очень важный момент, что сейчас именно ты можешь что там бытовой техникой воевать. Это раз, ну, такая разница, это, ну, не придумал. А сейчас это такая, скажем так, ну, наша там каждый день этим занимаемся. А другой момент, как это именно определит эту войну, это я как сам представитель, ну, условно говоря, стартапа безопасности. Ну, Blue Yellow я имею в виду. Да. Маленькие организации, которые раньше просто мы занимались, потому что мы нам, ну, нам было там надо это делать. И один момент просто, это бум, просто в 22-м году. И мы уже такая, ну, более серьезная организация, там и так далее. Это именно такой стартапский момент. Это стартапная война, когда эти факторы, например, эти дроны, которые сейчас, ну, они не делаются, мы думаем про войну, это производство, это танки, это корабли, это что там очень, там самолеты и так далее. А сейчас эта война показала, что там война чуть, скажем, другая. Это очень, ну, мало, дешево, условно говоря, быстро меняется, развивается, и эти сами люди это делают. Например, когда едешь в Украине, это в этом гараже у кого-то, там просто там снимаешь этими дронами, это, ну, иногда просто это космос. Ты смотришь на все это все работает. А в этом контексте, например, государство, которое сейчас, ну, другая структура, другая логика, которая, ну, гораздо, тем более там это с этими партнерами, там все медленно, все такое, ну, как. А это уже бум. Там быстро, и сейчас, или надо, вчера. И до сих пор, к сожалению, что очень-очень больно сказать, Запад, например, ну, там западные партнеры, они не хотят это понимать. Ну, немножко понимаю, конечно, но очень все медленно делается. Например, у нас сейчас открыли там новые центры
дронов на наша там армия там литовская там ну по сегодня или вчера не помню. И все такое уже прошло там 2.5 года. Это можно надо было бы делать сразу. Мы же поняли, что это будет война дронов. Они ну, сейчас уже начинают, скажем так, более серьезно этим заниматься. Медленно. Ну, есть как есть. Зима придет раньше, чем хотелось бы, как всегда. Какое состояние украинской энергетической инфраструктуры? Или точнее, насколько страшен Дед Мороз? Мороз, генерал Мороз. Очень страшно на самом деле. Я с этим думаю со страхом. Опять же, возвращаюсь к тому, что я из Харькова. 22 марта этого года прилетело 20 ракет к нам. И четко все били по энергетике. То есть именно по тем местам, которые генерируют энергию. Уничтожили все, скажем, 3. То есть это была большая ТЭЦ-5 у нас, такая теплая энергоцентраль, которая давала не только электричество, а еще и тепло. То есть 80% тепла, ну, за счет того, что там охлаждают турбины, эта вода шла. Да. Вот тогда все, ее нет. И отремонтировать ее невозможно. Ну, наверное, возможно, но уже после того, как мы победим. Потому что, ну, смысл ее сейчас положить миллиарды, опять 2 ракеты, и опять ее не будет. Конкретно я могу говорить по Харькову, по всей стране мне тяжело говорить, потому что разные регионы, хотя вот сегодня был удар по Полтаве, вот, хотя туда никогда ракеты не летали. Угу. Сегодня прилетело 2 ракеты, уже более 50 погибших. То есть тяжело что-то формировать, тяжело о чем-то думать, планировать. Ну, конкретно по Харькову я скажу, что мы вот, я как депутат городского совета, у нас была сессия, и мы приняли вот недавно маленькие котельные, то есть которые не одна большая будет, а много маленьких. То есть это уже враг не будет каждую уничтожать. И они мобильные, наверное, да? Я не буду открывать все карты, вот, насколько, как они будут работать, но у нас это, то есть мы об этом думаем, мы прекрасно понимаем этот вызов. Скажу больше, опять же, без помощи все бы это было плохо. Вот первый раз нам выключили свет ракетами 11 сентября 2022 года. Еще знаете, как 11 сентября, это и так день террора всемирно считается. Они по Харькову ударили, я как раз тоже был, находился в Литве, я сказал об этом Йонасу. Вот. Они у себя в Блюело приняли решение, купили нам очень большой мощный генератор. Вот. И как бы, то есть, вот зима, я думаю, у нас будет на генераторах, на маленьких котельных. Пока что есть газ. То есть, ну, газ у нас есть. Если как бы враг не уничтожит нам это, то я думаю, что за счет газа мы еще продержимся эту зиму, за счет котелен, за счет генераторов. Будет сложно. То есть явно будет нелегко. Будем надеяться, что зима будет теплой. Но энергетика уничтожена. Очень много уничтожено энергетики по всей стране. Опять же, уничтожена там нефтебаза, на которых тоже есть мазут, которым можно было что-то там создавать, энергию. Настолько враг подготовлен, что бил даже по Западной Украине, по большим тоже теплоэнергоцентралям, которые создают. Опять же, надеюсь, что хватит ума не ударить по атомным электростанциям, на которых, в принципе, мы сейчас относительно выезжаем. Также спасибо партнерам, которые дают нам с Европы электроэнергию в Украину. Как во времена Второй мировой Америка завалила СССР тушенкой, так сейчас Запад, и это же гуманитарка, может завалить Украину маленькими генераторами просто на квартиру. Да. Это все просто сколько дизеля у тебя будет, да? Дизель, бензин. Но опять же, я же говорю, вот есть газ.
бензиновые генераторы легко переделываются на газ. И если у тебя в квартире есть газовая печка, ты эту шланг можешь перевести на генератор, и все, и у тебя относительно бесплатная будет энергия. Вопрос в этих маленьких генераторах. Я вам скажу, что в 2022 году я даже по Европе видел, насколько цена сразу выросла вверх, потому что Украина большая страна. И начали скупать, а это большое... Ну, никто же в Европе не думал, что будет нужно такое количество этих генераторов. А их оказалось, ну, представьте, там в Харькове 1,5 миллиона населения. Да. Вот. Только с одного города можно понять, сколько нужно их. Сегодня перед тем, как вы приехали, я пересматривал Twitter, бывший X, и там был пост Стивена Кинга. Опять же, в поддержку Украины. Это пост вчера, наверное, написано. Что меня удивило и очень-очень встревожило и обеспокоило, это масса комментариев, которые не боты, а настоящие англоговорящие люди, которые гнали на него, что ты лучше уж ты пиши свою фикцию, не туда тебя занесло, полезный идиот. То есть вата, но натуральная, genuine вата из Запада. И основной их посыл, то, что они больше всего усвоили, это в 2014 году ЦРУ и Нуланд устроили переворот. Поэтому русские не имели никакого другого выхода, были спровоцированы, и они правы, что... Вопрос. Что бы вы сказали такому западному человеку кратко и ясно? Ну, в первую очередь, знаете, что хочу сказать? Что вообще соцсети, и особенно Twitter, там же ты не видишь человека, кто пишет. Я говорю о тех, которые... Точно. Зайдешь на профиль, и ты видишь, что это натуральный. Нет, да, что он натуральный, но вы не знаете, кто это. Вот. Да, то да, есть, это тоже, да, да. Ты его, если на улице увидишь, он тебе будет улыбаться. Ну, что я имею в виду, Олег? Я имею в виду, да, что я просто я хочу сказать... У меня глаз алмазный, это я вижу, кто, нет, может быть, лишняя. Я хотел сказать другое, что ты, человек, если ты, вот он написал, и ты его на улице встретишь, он тебе будет улыбаться, а ты даже не знаешь, что он написал тебе гадость. Да. Я к чему это хочу сказать? Что, в принципе, это сейчас такое вот время свободы, когда ты можешь написать все, что угодно. Оскорбить человека, можешь какую-то мысль выдвинуть. Поэтому вот я считаю, что это очень плохо, что есть такая свобода, к сожалению. Оно вроде как и хорошо, что ну, мы все тут живем в демократии, но, с другой стороны, вот свобода изречений, она, к сожалению, немножко... Ну, сама себя съедает, как мне кажется. Это очень большая тема, которую я толкаю уже давно. Вот. То есть, ну, это очень плохо. А второй момент. Россия вкладывает сумасшедший ресурс в информационную войну. Сумасшедший. И она это делает не со вчерашнего дня, не с 24-го, не с 14-го года. Единственное, что Россия делает, производит без халтуры, это ложь и пропаганда. Да. То есть, они настолько... Вот, пожалуйста, вот. Это шеврон российского какого-то там оккупанта. То есть, ну, это смешно, когда террористы носят шеврон антитеррор. Ну, то есть, он должен одеть шеврон и застрелиться, ну, по большому счету. Да. Потому что они террористы, вот, в первую очередь. Поэтому, да, то, что они обман, это, ну, вот тут... Они все делают вот четко, как то, что они создают картинку про каких-то там террористов, убийц. Это делают они. Такое чувство, что они сами себя снимают, а потом показывают это в противовес. Поэтому, вы знаете, в каждом индивидуальном случае с людьми надо общаться, надо услышать, что они услышали, и тогда уже им отвечать. Это очень просто. Это уже стало, я извиняюсь, что привел, это стало уже настолько отштамповано за эти 5 или 2 года, что западный человек, которого можно спасти его душу, он точно знает, что точно ЦРУ сделала переворот, и точно Москва не имела другого выбора. Что ему ответить? Вот в чем вопрос. При бокале там вина. В первую очередь я хочу ответить этим людям, что мы воюем на своей земле, а не в Белгороде. Да, он скажет тогда, ага. Но от у них все равно не было для русских выхода. Им надо было атаковать, потому что осажденная крепость и ЦРУ сделала переворот.
Я имею в виду, что это не легкий вопрос, а за души их нужно бороться. И Украина всегда была на высоте в этой контрпропаганде, во всем информационном побоище. Но вот тут я вижу тенденцию. Очень много настоящих западных людей уже на это... Я, конечно, это и мага-крыло трампистов, это само собой. Вот за их души нужно бороться. Это я просто вслух размышляю. Потому что люди, к сожалению, любят на самом деле во всем мире, как бы мы ни говорили про империи, как бы мы ни говорили про тиранов, почему-то у людей к ним какая-то тягость, какая-то симпатия. Криминальная романтика. И они, да, они почему-то считают, вот что Йонас, как бы, да. Это не у нас. Это... Я вам такой дам пример. У меня есть друг, очень известный писатель Сергей Жадан. Вот, украинский писатель. И ему в 22-м году в Германии дали премию. Премию мира. Угу. Вот, ну, он много делает как в информационном поле, так и волонтер. Он много денег собирает. Там, и не только. То есть какие-то культурные там, перевороты в Украине он делает. Но дело не в том. Вот ему дали эту премию мира, и в Германии просто в газетах начали писать, ну, не во всех, конечно, а во многих, что как же так? Человек, который поддерживает войну, отдали премию мира. То есть вот настолько манипуляция... Это идет... ментал Роджера Уотерса. Это просто то есть, уже... Вот как? То есть человек, который живет в Харькове, да, на него, на его город напали, он пытается отбиваться. Да, да, да. Ну, чем он будет отбиваться? Он отбивается своим интеллектом. То есть там собирает деньги, пишет какие-то там посты очень серьезные, аналитические. Не в плане войны, а в плане самого мировосприятия. И его... Немцы обвиняют в том, что он поддерживает войну. И когда мы были в Германии на этой премии, то есть подходили журналисты и говорили, так а в чем проблема? Почему вы смогли просто сдаться и не было бы этой войны? Да, да, да. И он говорит, ну как, ну вы же видели, ну, вы видели, что даже люди, которые не сдавались, там Буча, Изюм, то есть города, которые, да, да, это которые мы видели, опять же, которые мы деоккупировали и видели, что там произошло. Да. А то, что сейчас под оккупацией, мы же даже не понимаем, насколько там идет убийство, насилие и все остальное. Да. А вот люди, они воспринимают это вот таким образом, что если бы вы сдались, то вот так. Поэтому тут очень трудно понять, насколько у людей сломлен вот этот информационное понимание в голове. То есть как они, как бы они себя вели. Наверное, это от какой-то, знаете, усталой спокойной жизни, к сожалению. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. В западном мышлении, в мышлении западного человека, просто невозможно, нету такой соты, в которую можно влить эту информацию о том, что та сторона – это просто дьявол. Стокгольмский синдром. Да, это тоже, это тоже. Но я заметил, что очень хорошо действует на таких людей... Йонас, налей себе сам, будь добр. Очень хорошо действуют фотографии 40-го года, американские фотографии, фотографии в Америке, где люди на манифестациях уговаривают свое правительство не ввязываться в войну, чтобы оставить Британию одну, и как они выглядят сейчас. Ведь это то же самое. И эти фотографии очень хорошо работают. Покати меня сюда, покати поле. Хорошо. Пойдемте, давайте дальше. Manpower. Ну, кстати, вот я быстро скажу. Да. Пример Англии, он очень классный. Британия, вот, да. Британии, да, очень классный, потому что и вот надо посмотреть фильм «Темные часы» или «Темное время». Так и стало. Да, да, да. Вот там четко показано вот то же самое, что как какая-то кучка да, могла просто сдать страну Гитлеру. Гитлеру, не просто там кому-то, а Гитлеру. Гарри Олдман играл Черчилля там. Да. Прекрасный фильм. И жену Черчилля играла моя любимая Кристин Скотт Томас. Очень классный пример. То есть, Иванов, вот рекомендую. И вот посмотреть. Его нужно подавать больше. Просто, ну, я хорош тут давать эти самые suggestions. Но, предложения, да. Но это очень хорошо работает. Manpower, мобилизация. Будет ли у вас достаточно людей освобождать, если Россия вдруг треснет и начнет рушиться? Освобождать? То, что занято.
так мы по-любому будем освобождать то, что у нас зависит. Я понимаю, но какие, как обстоят дела с человеческим потенциалом? Если так хватит грубо и цинично. Людей? Да, если так грубо и цинично. Да людей хватит, вы понимаете, если Россия, ну, как мы деоккупировали Харьковскую область? То есть они стояли, они не готовили, они были настолько самоуверены, у них не было никаких абсолютно там фортификаций. Мы просто зашли, мы гнались за ними, не просто они бежали, мы гнались за ними. Вот, и то не будет проблемы абсолютно, людей там не так много надо. Проблема будет в другом, что делать с коллаборантами. О-о-о! Которых там очень много, к сожалению, и особенно на тех землях. Вот представьте себе, что есть уже, то есть 10 лет, это уже поколение. Да. То есть те, которые там, дети, пошли в первый класс в 2014 году, сейчас они уже закончили школу, то есть они уже прошли вот этот путь, что мы враги. Да. Потому что их там 10 лет, учителя конкретно говорили, что мы враги. Вот это большая проблема. И понять, кто взял паспорт, потому что был вынужден, такие тоже люди есть, к ним надо тоже прислушиваться, потому что у кого-то там были больные родители, которых нельзя было вывести. Конечно. Ну, либо родственники там. Да. Либо какие-то другие причины, которым они не могли. Да, то есть у них не было возможности выехать, да. А если ты паспорт не берешь, то ты преступник. Да, да, да. Ну, то есть, ну вот я знаю примеры людей, которые жили на территории Украины, которые сейчас оккупировали в Луганской области. Mm-hmm. То есть он там был участником, например, АТО. Mm-hmm. 1 год там был мобилизованный. 12 лет в России ему дали. То есть он не выехал, он, наверное, не думал, что будут такие последствия как-то там. И поэтому это вот большая проблема как раз вот это, что делать вот внутри этого всего. Угу. Как с людьми общаться. И, то есть если ты нарушил закон, то ты нарушил закон. Да. Если ты там взял паспорт, потому что ты как бы был вынужден, то тут надо тоже это рассматривать правильно. Так на то и есть правосудие в нормальном государстве. Ну вы представляете, какое количество? Да. Это у нас, я вам скажу, больше до полномасштабного вторжения... Учитывая там Крым, Донбасс, у нас была проблема в судовой системе, нам не хватало около 40% судей уже тогда. Ну, потому что большой кусок отвалился образовательный. И у нас наберет судей у нас, когда настанет час, вместо дронов пошлем туда юристов. Меня, ну, в первую очередь. Да. Поэтому освобождать это будет очень легко, потому что как только посыпется враг, он посыпется. Он не будет стоять. Как только будет там какая-то, условно, у них увидят, что у них проблема там внутри, я думаю, что, скорее всего, они посыпятся из-за того, что внутри. Угу. Вот. Они не будут, ну, приказа не будет, они будут убегать. Они, так они стоят под приказом, они боятся своей ответственности, потому что их либо убьют, либо посадят. Как эволюционировала боязнь тактического ядерного оружия? Она все равно была в каком-то объеме. Если в начале инвазии... это звучало одним образом. Сегодня, после инвазии в Курск, это уже почти смешно. Но все-таки, как это выглядело, тогда выглядело и сейчас? Я думаю, что рано или поздно удар будет. Да. Точно. Да. Ну, смотрите, давайте, знаете, как все говорят, там, вот, это такая, типа, это такая красная линия, которую нельзя перейти. Сегодня 2 ракеты в Полтаву. Это красная линия. Это, считай, ядерный удар, маленький. 40 погибших, 130, по-моему, раненых. Там больше там уже 40. Смотрите, в чем сейчас суть? Точно скажу, 80. Да, город да. Харьков, да, туда да. Постоянно, вот, начиная с пятницы, просто авиабомба, ракета. Причем неважно куда, просто бьют по городу хаотично, как хотят. Ну, так а в чем проблема кинуть? Никто ж... Вы понимаете, самый главный вопрос, почему это происходит? Потому что можно. Да. Все. Один момент. Потому что можно. Потому что если там, условно говоря, они бы кинули первую ракету там 24 февраля, да, как они там ударили первым ракетным ударом, была бы какая-то реакция Запада там томагавками, ударили бы по половине России, вот тогда бы они задумались. А так они уже 2.5 года просто стреляют, потому что можно. Почему нельзя ядерные ракеты ударить? Что, ну... Чем она сейчас отличается от тех 20 ракет, которые прилетают в город? Ну, это было бы нечто такое,
что, чего не было со времен Хиросимы? И как, какая была бы реакция? Что бы вы делали тогда? Ну, это же... Понимаете, я понимаю, что в килотоннах это нету большой разницы, знаете, но ментально я... это же... Знаете, в чем суть? Это психология, конечно. Знаете, в чем суть? Просто вот об этом легко говорить, сидя тут в Вильнюсе. Да. Я сейчас не хочу вас обидеть, не подумайте. Но об этом легко сидеть вот так вот просто говорить, ну, это там вот... А живя в Харькове, каждая ракета – это как ядерный удар. Угу. Понимаете, в чем суть? Воспринимается, да. Потому что, ну, блин, ну как так? Ну, то есть почему? Вот почему погибла девочка 14 лет, да? Там моя подруга погибла в пятницу, 18 лет девочки, была талантливейшей художницей. Угу. То есть это все очень тяжело. Когда здесь вот ты сидишь, это обсуждаешь, оно по одному. А когда ты находишься в самом Харькове, то это как, ну, типа, как же ж так? Ну, в смысле? Она соизмерима, эта ракета или авиабомба, с тем же ядерным ударом. Угу. Просто мы так думаем, что типа вот ядерный удар, потому что он был один. Там в Хиросиме, да, и все. А на самом деле, я же говорю, нету этой красной линии. Просто не было еще причины, чтобы ее применить. Вот и все. То есть у Путина не было причины ее применить. Доктринная... Как только будет... Да ему не нужна доктрина. Доктринная причина, просто на бумаге написано, что ему если угрожает территории, хотя, с другой стороны, их территория по ним, это так же и... Да, вы смотрите, Херсонская вопрос область. В том, что ему не надо разрешений. Окей. Okay. Это мы просто вот мыслим в нормальном мире, что, знаете, как мы пытаемся идеализировать врага, а там не люди. Я знаю, я отлично вот, знаю. Здесь это, конечно, это отличный тест. Да. Такой очередной, конечно, сейчас мы видим, что Запад, например, будет так, что, ну, жалко, ну, помогаем, ну, да, поддержим, да, там, удачи, так далее. Да. Реально, как бы сейчас, там же надо воевать. Mm-hmm. Там и нам на это надо воевать, я уверен, что это такая. А еще когда будет, ну, возможность или ситуация, когда будет такой маленький тест, какой там же, а какая реакция будет? Россияне так работают, ну, где какой там, ну, гадость. Смотрят, как реагируют. А, ничего, давай дальше просто там. И это их, ну, как способ, они так делают. Модус операнди. Портрет Сырского. Mm. Как его воспринимают? Были спекуляции, убрали Залужного, его там сместили ни за что, Сырский не то, что Залужный, но сейчас вроде бы все. Ну, вы же понимаете, очень сложно, опять же, как его оценивать? Да. Как военного, ну, он хороший тактик, он правильный тактик, он разбирается в военном деле. Если говорить о том, что какие-то обвинения в его сторону идут, что вот там погибли, там операция не такая, так вы понимаете, в чем суть, что это война, и не всегда ты выиграешь ее, не всегда ты выиграешь какие-то бои. Я его как бы характеризирую как хорошего тактика, как правильного тактика, который знает свое военное дело. То есть никаких абсолютно... Вопрос по Залужному, понимаете, в чем произошло? Тут вопрос не в том, что кто-то из них лучше, кто-то хуже. Они оба грамотные военные, военачальники и все. Этот момент был просто политизирован. И, соответственно, народ у нас в Украине довольно-таки заполитизированный тоже. И они на это среагировали вот так. Ну, так получилось. Я не хочу там рассказывать, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Это, ну, там, не совсем корректно с моей стороны. Но просто был момент политизированный. Поэтому начиналось вот это, знаете, как качание. Кто-то хороший, кто-то плохой. Okay. Все будет ясно, когда закончится война, кто был хороший, кто плохой. Йонас, вот и все. А ты что думаешь? Хитро молчишь. Ну, конечно, по-разному там можно там оценивать. И там есть, я бы сказал, например, что я вижу, что я бы хотел, чтобы больше, скажем, влияния из Запада, там именно в этом смысле. Там. Например, я могу сказать один пример. Мы видим, как, условно говоря, Нацгвардия воюет чуть, ну, по-другому, чем ССУ. Значит, люди там, тем, ну, больше, скажем, влияние из Запада. Почему я так говорю? Нацгвардия занимался канадцей тогда, ну, там, до полномасштабной войны. И там больше понятия... Прошу прощения, чем занималась? Канадцы. Канада.
Подготовкой. Подготовка, да, 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 да. Ну, там Яворів і так далі, так далі. І між там є така, ну, скажімо так, культура щось другая. Там можна там більше планування, там може там, там різних уровнів, це таке такі. А СІЗУ до сих пор дуже така, ну, ну, структура така, ну, ну, як сказати, ну, не флексибно, скажімо так. Так, і значить, я, він учився там, там, так далі, так далі, і все-таки я знаю дуже багато таких, скажімо, моментів, які зараз, ну, там, я сказав, ну, совєтські або полісовєтські. І це, звісно, я вважаю, що це плохо. Там. І все-таки, ну, як представитель, там, там, ну, другого покоління, ми ще одна годики, кстати, там с ним. Uh-huh. И вот. И с другой стороны, да, так ты хорош. Это я, Курск, праздник Курска, это его. И так далее, и так далее. Он тоже там, там раньше там, там показал, что он действительно может. Конечно, есть другие моменты. Бахмут. Бахмут, это тоже его там, там, но сложнее, скажем так. Там, uh-huh. Опять он более, там много политики, и так далее, и так далее. Что однозначно сказать, что хороший, плохой, конечно, это будем потом. Но, опять же, там надо сказать, да, это Украина, есть что есть. А я, когда с Украиной работаю каждый день, не по-разному, я вижу и это, и другое, и, там, и так далее, и так далее. Что я как человек, как, ну, условно говоря, немножко другой, другого пространства, да, я как швед, как, условно говоря, литовец, и так далее, и так далее. Иногда я лично все это думаю, что, ну, как-то надо было чуть-чуть, ну, по-другому это все делать. Mm-hmm. Ну, ну, опять же, там, это, конечно, ситуация очень такая не файна, скажем так, для okay. Я имею в виду, что там сейчас это, ну, полномасштабная война, там много людей, много подготовка, например, там, там сотен тысяч людей. Конечно, вечная проблема там по обеспечению, там, там Запад тоже, на как они реагируют, не реагируют и так далее. Mm-hmm. Далее. Я не завидую, точно могу сказать. Okay. Смещенно начальник ВВС Украины, и это, наверное, скорее всего, из-за гибели Мунчайна, Мунфиша, извиняюсь, да, да, да. Пилот F-16. Да. Светан очень ратовал за то, чтобы командовали ВВС Украины люди, которые только что вылезли из истребителя. И похоже, что это сбылось сейчас. Ваши комментарии. Ой, честно говоря... Вы знаете, не может... Ну, это вот... Я честно вам скажу, не знаю, кто такой Светан. Светан, он один из... Вы уже второй раз его поминаете, я не знаю, кто это. Я просто не слежу, у меня абсолютно нет времени. Нет, Светан это... Ну, раз уж мы о нем заговорили, это очень уважаемый человек, он был... Пытаем Русней, он еще с тех времен, а он летчик-инструктор сейчас, он полковник, и он один из мною употребляемых комментаторов. Mm-hmm. Я просто не знал, я не говорю, что там плохо, хорошо. Не может солдат руководить армией. Mm-hmm. То есть ты должен пройти путь. Ну, как и в любой жизни, ты должен пройти путь, ты должен на своих ошибках, на своих каких-то взрастаниях, ты должен понимать, что и как. Поэтому, опять же, комментировать убрали. Я считаю, что, в принципе, авиация у нас работала хорошо. Ну, то есть, насколько она может работать хорошо в этих условиях. И, опять же, знаете, как, ну, я вам расскажу такую шутку. Да. Вот мы, я приехал к своей супруге, вот, и мы сидели, обсуждали, это было полгода назад, F-16. Ну, она как бы 10 лет тоже в войне, она все понимает прекрасно. Она говорит, так а дашь эти вот F-16, это же такая технология, та-та-та. И как раз вот мы про это говорим, и тут по новостям что-то про Израиль говорили, там, я говорю, там, вот там F-35. Это все вот буквально, вот это очень смешно было, потому что вот мы с ней только обсуждаем, и тут же комментарии, она говорит, как F-35? Есть F-35? Для нее был шок. То есть, что F-16 это технология 87-го года. Да. Вот, то есть, ну, то есть, и опять же, то есть в этих условиях, каких у нас, то, что мы до F-16 летали на старых этих, с вертолетах, самолетах, и все это держалось,
то тут, наверное, ну, как по мне, то все было хорошо. Но руководство, наверное, виднее, они видят какие-то другие проблемы. Опять же, знаете, я считаю, что смена начальников – это неплохо. Особенно там уже 2.5 года. Ну, в любом моменте человек, он затачивается, и вот он уже в одну... Сейчас придет свежий человек, он придет с этой же структуры, он не придет с улицы. Он придет с этой же структуры, скорее всего, подчиненный бывшего. То есть он будет видеть это по-своему, видеть ошибки своего начальника, который просто их не замечал, ну, в силу своего головного мозга. Да. Поэтому я не думаю, что это большая проблема. Но смени, ну, я думаю, что как бы не за F-16, а за комплекс каких-то там. Да. Проблема другая. Просто, опять же, там все очень медленно. Это говорим о этой F-16 очень долго, там очень так. Я, это решительность Запада. Считаем, очередной раз просто там, что ждем, но будет, не будет. В конце концов, они сейчас есть, я, конечно, хорошо. Просто это, ну, мы не участвуем. Мы помогаем или нет, или так, и так. И это такая, ну, тема, я, ну, не сильно там разберусь, но я вижу очередной раз, что как мы... Я думаю, что именно принято, например, F-16 на вооружении там в Украине, но там еще очень комплектно, что там ракеты, там на ПВО, там и так далее, и так далее. И это не все так просто. Я, что люди, ну, пилотами это погибают, но это, к сожалению, нормально. Думаю, что это ситуация там еще. Что снять человека, но, ну, может, по некоторым другим причинам, но, ну, может быть. Но это, к сожалению, опять часть войны. Да. Арестович, что вы думаете о нем? Или вы забыли уже об Арестовиче? Забыли. Ну и ладно. Можно следующий вопрос? Хорошо. Да, следующий вопрос, очень важный вопрос. Русские Украины, я имею в виду лояльные русские, которые себя считают... Оппозицией? Нет, которые считают себя гражданами, которые патриоты Украины. Как судьба, метаморфоз такого очередного русского? Это же очень интересный вопрос, и очень тонкий и важный вопрос. Как таких не обижать? Вот, скажем, в Харькове, это же русский город был и есть этнически, да? Не совсем... Это украинский город. Это украинский город. Но русскоговорящий. Да, я в этом смысле, конечно. И это же очень легко оскорбить какого-нибудь лояльного русского, сказать при нем, что русня. Нет. Или это уже пройденный этап? Пройденный этап. Прекрасно. Да. Абсолютно. Ну, знаете как, я вам скажу такую штуку, что если ты вот хочешь показать что-то, то покажи. Ну, вот есть, например, очень классный пример Аркадий Бабченко. Угу. Который прошел 2 чеченские войны, да, который, ну, который сейчас просто все свое время тратит на то, чтобы помогать украинскому войску воевать. Mm-hmm. А когда просто человек ходит там и говорит, вот, я ж за все хорошее против всего плохого, я там русский либерал, русская оппозиция, иди, пожалуйста, вот мимо и даже не проходи. Вот, даже mm-hmm. в моем присутствии об этом не говори. Mm-hmm. То есть, если ты хочешь показать, то что-то делай. Это как, знаете, ну, вот что мы можем сделать, выйти на улицу? Ну, мы же как-то вышли на улицу в 2014 году. Да. Вышли и погибали. Да. И все мы понимали, все прекрасно, куда мы идем и как идем. Ну, естественно, мы не понимали, что там будут прям такие перестрелки, но тем не менее. Все шли и понимали, что может быть. И били и людей, и куча травм, и задержанных, и тоже, и без вести пропавшие, и все это было. То есть, если ты имеешь... А если ты просто хочешь сказать, да я вот, я против. Не, ну, я никого не... Ну, как бы там прямо осуждать не собираюсь. Но за одним стол садиться тоже не хочу. Окей. Светится ли на горизонте какое-нибудь эффективное контрмероприятие против этих проклятых КАБов? КАБы, они, в принципе, ими, если хороший, ну, это, скажем, вот это маленький рэп, да. Который может быть. Да, да, да. Большой рэп, в принципе, он помогает. Но он помогает в том, что кап не летит в ту цель, куда надо. Угу. Но, тем не менее, он все равно где-то падает. И очень плохо, когда он падает в жилой зоне, и погибают люди. Угу. Чтобы кабы не летели, это надо, чтобы на границе постоянно дежурили те же F-16.
Но это, опять же, мы подвергаем F-16 без к опасности. Поэтому как такой прям какой-то штуки, которая решит эту проблему, ну, наверное, на данный момент нет. Mm-hmm. Даже Патриот не может его сбить, к сожалению, потому что там большая толщина металла, а взрыватель стоит в начале, mm-hmm. ну, в самом, в конце, mm-hmm. то есть, ну, в концевике. Yeah. Вот. И он, попадая даже в него, он, ну, он просто, он разрывается, но металл, он, ну, чуть-чуть повреждает. Это слишком большая болванка, другими словами. Да. Да. Чего больше ждете, Трампа или Харрис? Имея в виду этот след, нехорошо пахнущий от Салливана и сегодняшней администрации. Я думаю, что Америка настолько сталая страна, что там и процессы там безопасности, которые они диктуют в мире, угу. не зависят от того, кто там станет президентом. То есть Deep State сделала свое. То есть как бы все равно... Не, какая-то часть, конечно, все равно будут заявления, будут... ну, если там мы говорим о Трампе, да, если он придет, как бы то, что он пропагандирует на выборах, это же не говорит о том, что он будет это делать в жизни. Угу. То есть все равно та же помощь будет идти. Если мы, ну, знаете, давайте будем честными. Самая большая первая помощь от Америки, которая к нам пришла, и она действительно была большая, была при Трампе. Угу. Да, это так. 17 или 18 год, не помню. Угу. И поэтому тут рассуждать о том, что он прям такой враг, нет. Трамп любит самого себя. Uh-huh. И в первую очередь он будет там свое какое-то эго повышать на этой войне. Я думаю, что большая ошибка его в том, что он думает, что в Кремле есть с кем о чем-то говорить, а там не с кем говорить. Uh-huh. И поэтому он туда придет с разговором, ему скажут, извини, уйди, там, у себя решай вопросы uh-huh. в стране. И вот тут... Я думаю, что еще больше к нам пойдет помощь и всего остального. Либо он ударит там томагавками по той же России. То есть, ну, то, знаете, тут уже можно фантазировать много. А ждать кого-то... Мы не, ну, конкретно я никого не жду. Я знаю свое дело. Я знаю, что мне надо, чтобы вот этих было больше. Да. Вот, чтобы оружия было больше. Да. И чтобы мотивация украинцев была больше. Чтобы не бегали от мобилизации, а понимали, что можно идти в войска и быть полезным. Если не хочешь идти в войска, ты можешь просто быть полезным, даже сидя на кухне за столом, перечисляя деньги, либо в ту же информационной войне участвовать. То есть главное, чтобы ты был в каком-то процессе. Угу. А кто в Америке будет президент, честно говоря, я думаю, что не имеет абсолютно... В глобальном смысле не имеет. Окей, ну и последний вопрос, моя любимая тема. Русины. Русины – это то, из чего вывелись потом, позже стали современные этнические нации белорусов и украинцев. Украинцы пошли очень смелым, достойным путем. Вопрос, как вы смотрите на своих братишек, которые к северу от вас, имея в виду их поведение, их де-факто участие в войне? На мой взгляд, там битая карта, но, может, я ошибаюсь? Я их осуждаю. Я их осуждаю за импотентность. Потому что они видят, прекрасно все видят. Ну, может, не все, конечно, у них же там проблемы с интернетом, с Ютубом, с информацией. Но, тем не менее, когда, ну, как, понять, что через твою страну проходит чужая армия, и ты к этому нормально относишься... Так эта же армия завтра придет к тебе. Mm-hmm. Точно так же, абсолютно. И тут, знаете, тут, наверное, даже не в нациях дело. Я вам честно скажу, я родился в Сибири. 4 года переехал в Украину. Я вырос в Украине, в украинской школе, в украинской культуре, в украинских традициях. И тут важно, если ты это понимаешь, что и ты это принимаешь, тут не важно, там, русин ты.
Вот есть у нас вот, товарищ, я сказал, главный партнер, как по мне, Украины, который 10 лет живет в переживаниях за нее. Ну, он же ж не украинец, не белорус. Да. Человек из Швеции, да, живет в Литве. Да. Но при этом каждый день он просыпается с тем, что надо сделать для Украины, ложится спать с тем, что надо сделать для Украины. Да. Сколько, как можно купить побольше дронов, как можно купить побольше РЭБов, и чтобы, как, что сделать для того, чтобы Украина победила. И тут неважно. К сожалению, россияне, они стали вот россиянами только из-за того, что они не смогли отказаться от своего телевизора и от своего какого-то желания верить и, ну, от своей слабости, скажем так. Mm-hmm. Вот вы знаете, там, я извиняюсь, что я так немножко ухожу дальше, но ничего. Очень много есть видео, как они, получая мелкое ранение, сразу себя стреляют. Mm-hmm. То есть для них это какая-то вот самопожертвование, для них это очень важно. Mm-hmm. Для них это какой-то такой вот героизм, который вот абсолютно ничем не обоснован. То есть если, например, в Японии есть камикадзе, да, это целая там такая культура. Код бушидо, да. То есть это целая там история для этого. То есть это не просто так ты там себя пострелил. Ты конкретно знаешь, для чего ты там учишься, для чего ты всю эту философию принимаешь. Так же, как там и в исламе, да, есть эти шахиды, да, их так и называют, по-моему? Джад? Нет. Да-да-да. Те люди, которые сами себя взрывают, которые, ну, для них, для них умереть в бою, это прям там целое, ну, это вероисповедание. То у казахов это как-то вот просто себя убить, потому что ради чего-то, ради себя самого же, я так понимаю. Вот, и поэтому, ну, это такой показатель слабости. Вот в первую очередь слабости. То есть если у нас там, я знаю, там у нас есть много героев, вот один из примеров в 2022 году, парень попал в засаду, отстрелял, ну, они все попали в засаду, но он еще троих добил, ну, врагов, и сам бейс был покалеченный, но дополз до наших позиций, то есть будучи в тылу врага. То есть он еще и переполз эту всю историю. То есть он еще смог дать знак, что это он свой, и дошел, и опять же мобилизовался, когда уже подчинился, опять вернулся в строй. Здесь я же просто, ты смотришь, он получает мелкие ранения, и он стреляется. Mm-hmm. Ну, есть смешные видео, как стреляется, да, 10 минут. Да. Ну, что мне показывали гурт, 10 минут не мог застрелиться. То у него заклинило, он разобрал автомат, разобрал, собрал, да, назад. Это дикость какая-то. То есть, ну, это, ну, то, ну как, если у тебя на это сил хватает, тебе не хватает сил доползти до... Ну, то есть вот такая вот. Это слабость, в первую очередь. Поэтому тут, наверное, знаете, больше не про нации, а про ярлык. Вот тут, ну, правильно сказать ярлык. Ну, если мы говорим, опять же, русские, а потом мы смотрим видео, какие там русские, да, да, что-то больше с азиатскими какими-то наклонностями, а они все говорят, я русский. То есть это для... Они сами себе этот ярлык навесили. Я русский, я идиот. Я идиот, который пойду в чужую страну делать то, что нельзя делать, а там еще и погибну. А не дай бог мне там что-то, какая-то заноза в ногу попадет, я сразу застрелюсь. Вот и все. Вот они сами себя и называют. Ну, скажу на вопрос по Беларуси, конечно, по России такой. Я тем более сейчас, мне, ну, станет меньше интересно. Это Беларусь. Ну, конечно, я это смотрю немножко. Конечно, есть, например, сегодня мы получили там прапор белорусский, наверное, в офисе. Там, флаг. Флаг, да. Значит, подразделение Калиновский, это приятно, я же, ну, все нормально, уважаю людей, которые сейчас туда или Беларусь. Разумеется. Але все зависит от того, что будет в Украине. И в Беларуси, и, конечно, тоже в России. Я уверен, что это настолько все зависит от того, что именно, как это все, ну, укончится. Да. И это такое, это, ну, теории, там этнические, так далее. Я как-то человек вообще ни при чем в этом смысле. Я смотрю, что именно... Есть такая интересная теория, там такая, но странная, вот это американская, когда domino theory, то есть теория домино там по Вьетнаму и так далее, то, что именно одна страна там попадает, а другие попасли. Я думаю, что в этой ситуации именно эта теория есть там, ну, интересные такие элементы.
все зависит от Украины. Все, 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 все. Не так, что ощущает. Просто я вижу будущее Европы там в разных смыслах. Ты очень прав. Дай Бог, чтобы все кончилось победой. Нет, это зависит от нас. Так что числе, там, да. Не, это опять же там люди, ой, что там будет, как там все, что происходит. Я, конечно, там мы не знаем, что будет, что в Америке, тогда, но я считаю, что очень много зависит от нас. От меня, от Олега, от таких людей, которые сейчас ну, действительно на себя ответственность заберет. Это я Олега очень уважаю, там, и его там, и друзей, и так далее, которые воюют, и помогают, и так далее. Там. Это для меня, условно говоря, в Харькове быть, например, или там рядом где-то, недавно там был Хартия, эта бригада, Хартия, да, с ними немножко поработали, но это просто честь. И там такое, ну, скажем, много, может быть, неудовольствие, но это просто приятно. Так что там люди, которые себя водят за свою страну, супер. В случае победы Украина станет новым Иерусалимом надолго? Ну, условно так, условно так. Это будет нечто такое, чего в Европе не было, наверное, со времен... Нет, я скажу, когда иногда говорю, как я смотрю на Украину, я, ну, в Литве, например, мы там НАТО. А для меня ну, безопасная, стабильная, там, ну, богатая, там, дружливая там, Украина, для меня это больше гарантии мира и стабильности, чем даже НАТО в этом регионе. Ну, вы поняли, так, я так думаю, так что там. Да-да. И Запад, к сожалению, думает чуть по-другому. Но надо с ними поработать. Да. Да. Это будем делать, не покладая рук. Йонас, Олег. Большое вам спасибо за то, что вы делаете, за то, что нашли время тут нанести визит нашим слухачам и телебачинятрам. Успехов вам и берегите себя. Спасибо за приглашение. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч.